26 февраля в КСК КФУ «Уникс» состоялся общеуниверситетский день открытых дверей для школьников и будущих абитуриентов, желающих поступать в КФУ. До начала мероприятия гости знакомились с материалами, которые отражали яркую студенческую жизнь институтов Казанского федерального, стратегические направления развития, основные достижения и перспективы будущей профессиональной карьеры. На этом традиционном мероприятии его участники не упустили возможность получить самую актуальную информацию, как говорится, из первых уст. Проректор по образовательной деятельности КФУ и руководители различных структурных подразделений помогли гостям составить максимально полное представление о насыщенной жизни Казанского федерального университета. Мы недавно провели опрос студентов на предмет того, если бы сегодня вы поступали в Казанский университет, поступили бы вы еще раз. 83% студентов, первокурсников, второкурсников ответили «да». И это очень хороший показатель, ведь мы все понимаем, что экзамены надо сдавать, что учиться в университете, особенно такого уровня, как Казанский, не так просто. В выступлении проректора по образовательной деятельности особый интерес у гостей вызвали достижения Казанского университета за последние годы. При этом Дмитрий Таюрский подчеркнул, что КФУ на сегодняшний день является одним из ведущих университетов страны с современной научно-исследовательской и материально-технической базой, социально ориентированной программой развития и инновационной стратегией. Мы и в спорте, и в культуре, и вообще в социально-воспитательной работе занимаем первое место в Российской Федерации. Добро пожаловать в Казанский университет, и я очень надеюсь, что вы станете полноправными его хозяевами. Аплодисменты. Последний звонок, выпускные экзамены и долгожданное студенчество уже не за горами. И поэтому школьники не упустили возможности посетить День открытых дверей в старейшем вузе России. Будущие абитуриенты собрали много полезной информации о Казанском федеральном, чтобы сделать осознанный выбор своей будущей профессии. Адель Шамилова, Тимур Табиров, Универньюз.